Старт сезона мы начали очень хорошо, и я думаю, в последний месяц у нас были действительно тяжелые игры. Прямо сегодня мы наслаждаемся победой, как в настоящий момент, так и для будущего заряда. Конечно, очень жаль, что один из наших игроков, Лора, ушла из команды, но в целом мне нравится, как игроки это перенесли, и сейчас мы действительно хорошо играем вместе, и это самое важное. Сегодня мы выиграли, и я действительно очень счастлива. Мы начали игру хорошо, сильно, но во второй четверти мы немного просели, сбавили наши обороты. Но во второй половине игры мы вновь стали играть сильнее. Мы очень хотели выиграть после двух неудач, после двух проигрышей, поэтому мы выкладывались на всю мощь. Я довольна тем, как мы сыграли в целом. I'm happy with how we played tonight. Марина, 23, 24.